Народ, всем привет! Приехал я туда, откуда меня вчера эти заводские вертухаи, короче, меня отсюда выгнали. Что мне надо, это? Металл-то посмотреть свой. Ушел или нет он у меня? Блин. Сейчас сходим, глянем. Да надо забрать его. Птички поют, пробираюсь как мышь какая-то, блин, хожу тут. Блин, такое чувство, как будто я вор какой-то, блин. Крапива кругом, крапива, блин, с меня ростом тут. Так, где-то тут было. Нифига, выше меня крапива. Тишина. Тишина. Нафиг. Свое иду забирать. Лежит, родной. Блин, тут килограмм 20-30, что, блин, оставлять, что ли? Фига не лишнее, блин. Ладно, давайте осторожненько буду копать дальше тут. Я машину убрал. Буду надеяться, никто не приедет. Ладно, давайте, народ. Итак, народ, сразу находочка вот выкапывается. Сейчас откопаю, покажу. Вот такая вот чеплашка. Килограмма 3 весит. Тяжеленького весит, толщина металла. Пока вроде тишина, нет никого. Кто-то пойдет, надо будет гаситься. Сразу следом следующая идет. Смотрите, сколько их уже тут. Вон еще одна. Эй. Чувствую себя вором, просто вором каким-то, блин. Так стрёмно, а? Покричать не хватало, тут паука, блин. Ау, я тут. Интересно, а где датчики? Может, здесь? Я, конечно, охренею, если они сейчас приедут, скажут, ну, по датчикам нашли, блин. Нахер, давайте-ка это, шевелиться буду. Блин, капец, тут, наверное, металла просто дофига. Он тут кругом, блин, какие-то реагируют. Блин, что-то очкую я уже. Блин, как будто вор какой-то. Я, короче, аккумулятор поменял, все, перестала лампочка греть. Это, севшие эти. Батарейки были севшие. Вот. Короче, смотрите, блин, я тут все уже перекопал. Смотрите. Тут я вчера копал. Дальше. Блин. Офигеть, просто тут металла. Вот откапываю, достаю вот такие вот осколочки. Главное не шуметь. Тоже большая.
Так, народ, вот эту всю кучу я сейчас выкопал, вот тут в этой ямке. Смотрите, как много. Это вот до этого все было выкопано. О, блин. Еще это все таскать надо будет до машины. Капец. Фу, я что-то вспотел уже. Блин, все мерещится, что тут эти вертухаи идут. Ладно, народ, давайте. Буду дальше копать. О, блин, смотрите, куда откопал. Фу, тяжеленная. Она уже как гора. Фу, блин. Фу, я заколебался. Жесть просто. Я даже не знаю, как я понесу ее как. Фу, ладно. Фу, надо отдохнуть чуть-чуть. Ладно, давайте. Фу. Нифига себе, тут гильза от патрона. Ничего себе. Да, блин, что-то пищит. Думаю, закругляться надо, наверное, вытаскивать все. Догрузиться. Что уже подспотел сегодня. Вот такая вот куча у меня вышла. Все тяжелое, толстостенное, хорошо весит. Я все думаю, как бы тут эти не приехали, блин. Охрана встает рано, блин. Хотя сегодня выходной, суббота. Не знаю, может тишина сегодня будет. Но все равно это все утаскивать надо, блин. Таскать не близко, блин. Ладно, буду, наверное, таскать. Давайте как перетащу. Покажу потом. Так, народ, вот смотрите, дорога. Я перетаскал все. Поближе к дороге. Вот все, что накопал. Блин, тут ходят. Работники Азии ходят. Я быстренько смотался, блин, спрятался. Сейчас мне надо как-то машину вот сюда подогнать. Быстренько сюда погрузить и валить отсюда. О, блин. Пойду я за инструментом тогда. В натуре чувствую себя, блин, как вор какой-то.
осенний лес. Датчики у них тут. Где датчики? На березе нету? Нету. Идем дальше. Блин. Как уголовник хожу. Вау. Хотя ничего противозаконного не делаю. Блин, это лес. Это обычный лес. А подумаешь, он рядом тут какой-то завод был. Ой, блин. Фу. Вот не выкопал бы я их, и что дальше? Сгнили бы они тут в земле, блин, еще через лет 50, блин. Кому они нужны, блин, эти? И отсюда ветки, блин, осколки этих труб, блин. Я что, блин, люки вот эти, блин, собираю или что? Кстати, люки не принимают, ни крышки, ни люки. Все закопал за собой, все, блин, все, что пережил. Так, надо закругляться. Не закругляться. Кино грузить это в машину, лопату вот подгонять, загружаться и дергать отсюда. Что я уже очкую тут не ходить. О, ладно, как погружу, так я включу, потом покажу. Вот и погрузил. Ну, все, теперь уезжаем. Короче, народ, я сдал то, что накопал. Блин, я думал, килограмм 40-50. 94 килограмма вышло. Вот. 1300 и с чем-то там, короче, с мелочью с какой-то. По 14 рублей приняли. Там, короче, получается, чугунная труба была на куске расколота. Вот. Блин, я думал, рублей 500-600 хотя бы вышло там. Блин, а то думал, может, там вообще рублей на 400 накопал. Блин, бах, подхожу, нифига себе, 94 килограмма. Ну, думаю, сейчас как летом еще 900 рублей дадут. По 9 рублей, по 10 принимали это летом. Вот. Он раз мне 1300 дает. Опа, ничего себе, 14 рублей килограмм, так раз и считаю, 1300. Я вон, ништяк. Так что что, не зря я поскакал, попрыгал там все по лесу этому. Не зря, не зря. Ладно, народ, что, всем пока. До скорой встречи, увидимся.